Здесь, здесь, вот здесь, пацаны. Вот квадрат, вот квадрат. Сейчас будем проводить разборы. Все, кран. Работаем, стропольщики, все по этому квадрату. Кошка там уже, я перенес сюда. Взрыв был очень долгим, но показался очень долгим. Мы с ребенком так кричали, что мне горло село. 5 минут после взрыва мы не двигались даже. Не знаю, может быть, западные партнеры нам могут как-то помочь какими-то системами, которые могут останавливать такие ракеты. Я не знаю. Какой смысл тут ни одного военного объекта? Это же жилой массив, тут одни дома. Не, он налево.